спешу порадовать вас новым лотом. Новинка, внимание, встречайте. Может быть, что-то подобное было несколько дней назад, но не этот лот. Этот лот у нас впервые. Если вы наша постоянная телезрительница, серьги «Тайна Офелии» – это ваш выбор. Если вы еще не наш постоянный клиент, посмотрите. Вау, вот это роскошь! «Тайна Офелии» – здесь у нас в два раза больше металла, в два раза больше серебра. Серебро – это драгоценный металл, в два раза больше фианитов. Ну, мы вообще с вами о чем говорим? Это ювелирные украшения? Это абсолютная новинка. Успейте захватить с собой частичку теплого, солнечного лета. А если вы живете в теплом крае, в Краснодарском, у вас еще отличная возможность порадоваться и погоде, и природе. Ну так вы сделайте гармонию полной. Дополните свою корзинку, свою шкатулочку нашими украшениями. Тем более, что такая заманчивая. Эта цена нас манит, эта цена нас гипнотизирует, эта цена... Просто, ну, я не могу устоять, я не могу, вот правда, я вот каждое украшение смотрю, я понимаю, ох, вот это мое, вот я люблю серебро, оксидирование, очень красивый тип украшения, когда, кстати, их не нужно чистить, это очень удобно, в отличие от белого серебра, который нужно постоянно начищать. Серьги «Тайна Офелии», еще раз давайте на них заострим внимание, посмотрим, как они сидят на ушке, посмотрим на эти красивые прохладные цвета, розовые и... У нас очередь из заказов. Я слышу, что операторы не справляются, звонков много, поэтому, если вы позвонили сейчас, просто дождитесь своей очереди на линии. Смотрите, вы звоните, ждете на линии, идут звонки, идет гудочек, вы не кладете трубку, потому что звонок для вас бесплатный. Телеканал «Шопеншоу» полностью оплачивает за свой счет соединение с вами. Все хотят приобрести этот сногсшибательно шикарный, но доступный комплект.